Не-не-не, это калка, оставайся в поле. Шесть килов тут будем. Давайте кучкуемся в звезду. Звезду кучкуемся и килим. Поднимите потом задувало. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Сейчас за шипы буду хлопать очень сильно в рейде. Ну так ты не хлопай. Да не, я же не пидор. Буду. Аргумент. Давайте ему бафы, МП5, можете хавчик поставить. По поводу второй фазы метки я буду анонсить, когда выносить лево, когда выносить под босса. Если освобожденных на хилов не будет, то будем выносить налево. Давай, вполне ману Халк. Ой, задувал. Подрулем кулак, обновите, пожалуйста. Сорян, это не то. Чуть такое. Это ничего. Это херня. Порнуху качаешь это... опять, да? Лол, блядь. Это макрос на чи этот? На ролл стопроцентный. Ну, можешь его вести. Можно приставов? Конечно, не можно, а нужно, так шифил эти шипешки кидайте. Давай чек на баф на готовность. 6 хилов тут идем. Задувал, все здесь, спускайтесь вниз. Я запускаю босса на БДК, не кидайте на пол. Рога тоже кидаешь на БДК на пол. И Сэдли не забывай про Фридом. И если что, сакру свою не сливай на всякий случай. Бьем. Давай поскольку. Так, Анка задавала. Кому? Тобе. Мне надо будет потом релогнуться. К моему дому. Скоро притяжка будет. Подъезжали. И, блять, я панцирь сбил, чуть не сдох, сука. Я уже хотел стоять его убить. Он заметил, что на это когда сейчас звездка будет. Всем привет, я не натурал, да, я. Сочувствую. Давайте наверх. Привет, Никита, брат. Давайте искать снит метки. Так, на Black Zombie это глыба, Сэдли заберешь потом. Давайте спускаемся вниз. Слева близко. Крайние левые, крайние правые бейте. Так, слева далеко. Центральный не бейте, где рейд стоит. Не бейте вообще, стопните по ней дамаг. Вообще не бейте, никакие чумы, ничего. В центре падает. Справа подбейте там. 300 тонн. Так, справа по центру ближе. Все, давайте, давайте. Добивайте слепо. Удивительно, что на коте обморожение не стакается вообще. Так, на одном хиле освобожденка. Точнее, на двух. Блять, как тут котом вставать, чтобы нормально бить? Лапку вроде задним чуть-чуть. Просто ровно встаешь. Бежали. Бежим. Этот, Даксон, подними, пожалуйста, ретри, я что-то отвлекся.
хилить ее потом. Захил ее. Те бафы. Это самогон на взлетке, потом зальешь Анку маны. Залей ему маны. Я знаю, кому заливать ману, успокойся. Ну вот сейчас ему заливай, спускайтесь вниз. Сейчас не спускаемся. Она падает, справа далеко. Крайне левый бейте, слева падает. Они право тоже подбивайте, справа далеко падает. Так, на лестнице падает, давайте за лестницу. Подбивайте скрепы. Печь много не стакай там. Бежим. Здесь такая же фигня. Бежим. Бежим. Что-то нам всего не везет с этой притяжкой. Так, на двух хилах освобожденка. Бьем. Первую метку влево выносим. Влево выноси, маг. Следующий подбос. Тихите. Не хлопайте там. Следующий подбос, а ее не бьем. Подбосса неси, ее не бьем. След долейте слева. Давайте подбосса все. И стоим, ждем. Козырь стой, пока гим на ману. Ждем. Следующую метку под босса тоже. Наливайте ее и следующий под босса. Заливаем. Сэдли хильте. Еще тоже под босса. Давай неси под босса. Заливаем ее. В сторону следующий неси, в сторону неси самогон. А Геру когда вам дать? Эти босса. Пока не надо. Следующий под босса. Так, на мне я стою, милики ушли. Хильте. Так, это скрип не бейте, сейчас будет перетяжка, не бейте. Следующего влево и даем веру. И залейте, пожалуйста, войду ману кто-нибудь из сов. Влево выноси, давайте веру. Заливайте этот скрип. Зергаем. Да заебал этот кот ебаный. Следующий тоже влево. Влево выноси анку. И добиваем. Хули эта шалава постоянно улетает? Ебало завалишь, все, поднимайся. Я вообще-то про себя говорю, блять, я не могу найти место, как котом стать, а ты что там ебаешься? Прямо на меня тоже откидывает, я просто. Да я хуй знает, я что-то так встаю, вроде нормально, а потом так же вроде стою, вот точно так же, когда это вставил, откидывает. Блядь. Да тут такая хуйня, короче. Через раз что ли, я так понял. Нужно вот метку же сносят под шип локтя. Вот как-то так нужно бить, и под прямым углом еще. Ну хрен его знает, надо не прокрыть шред туда. Так. Странная такая интересная. На мейн ролим. Бля, зашибись, я в танк шмоте бил, босс. Так тут на мейна
Друид только один. Ты на мейн, на друида ролишь? На бревно, точнее. Нет, я на кота. На ов, ролим часы. По ролу 10%. Пацаны, на БГ с этими часиками вообще круто бегать. Советую. Хаприз ДЦ. А почему? А просто хаприз, по-моему. Почему? Ну, ты посмотри, какое название длинное. Солнечные часы просто. Вечного заката. И что? Ну, игроков с такими часами не трогают на БГ. А, ну, понял. Ну, это как, понимаешь, это тут, типа, вот, идешь в переходе, у тебя там какие-нибудь часы, блядь. Ладно, короче, об этом историю молчу. Бля. Ебать, наоборот, с часами пизда поменяю. Есть большая вероятность, что на тебя в переходе нападут. Если тебя Славик зовут, то, конечно. Ну если так, на часах. Как? Ну если на часах сзади фотка Войда, то тогда, блядь, тебя точно не тронут. Вот и правда, это же Роликсы, блядь. Это уже читайте. На уровень выше, чем Роликс, блядь. Примите в гильдию Darkstars, пожалуйста. Не-не, надо с Войдом переспать. Это мне сейчас послышалось. Это новое правило. Как ты говоришь, Gay Stars? Так, смотрим список приглашенных, да? Марика, ДК Большого. Там попал бы забирать мелких. Задерчик вступает в гильдию. Актул Голы вступает в гильдию. Че? Но они тоже проходили КМБ, Славик? Не. Кто проходили? Кого? Ну, курс молодого бойца КМБ. Курс молодого бойца yeah. Это получение разрядов танкования. Вот этот КВ прошел, короче. Ну там. Второй разряд. Как ты говоришь, курс молодого конца? Курс молодого танка. КМК, да? Да, кстати, меня 2 июля в армию забирают. Кому персов отдать? Да ладно, не дать. Да чё, я шутить, или буду? Можешь не дать, я погомаю. Шаран там на 4 чарах, ЕП начисляю. Бать тут РК сразу взорвалось бы, не отдай, нахуй, я удалю их лучше, чем вам, пидорас, вот там. Вы тоже удалили. Я бы так же сделал, брат. Честно, да не, я, хз, ну, если меня заберут 2 июля, то, может, отдам кому-то сгиб. Ну, можешь не дать. Олегу? Олегу я давай. Не, только не ленивал, я не достойный. Лучше бутнишки своему, Лёха. Чё лучше? Чё говоришь? Лучше бутнишки своему. Идти. Чё-то там, Шеннон, говорят, ты с ЕП балуешься на одного чара, да? В смысле с ЕП? Ведь не ты, а мы про тебя что-то речь была, да? Не, я изначально, когда повысили, я ЕП и ГП никогда не начислял, так я там один ЕП начислил, потом снял. Ну, чисто так. Рачиться. Да. И потом, знаешь, так хопа, убили, фу, целка. Сразу ЕП начислил, до свидания сказал, ушел. Руку надрачиваю. Вот завтра, короче, еду ЭГДС делать, желудок проверять. Если, короче, все будет нормально, то все, 2 июля уже 100% забирают. А, ты, то есть, по животику хотел откосить, да? Да нет, я вообще не собирался откашивать, как бы, блин, ну, мне без разницы было, я не собирался косить. Как бы, в любом случае, служить надо, и тем более, ты когда служишь, у тебя там льготы будут всякие, типа, действовать, ну, и на работу как-то тебя охотнее, типа, берут, когда у тебя нормальный военный билет. Так что, ну, в принципе, я считаю, что лучше отслужить, чем как-то косить, когда он. Ну, просто, ну, я пришел в военкомат, сказали, вот, ты, типа, лежал с желудком, иди проверься.
Я так же говорил, когда у меня выбора не было, бля. Да нет, ну типа, я могу в натуре откосить, там, жаловаться, типа, на боли, там, или еще что-то, но я не собираюсь этого делать. Охуенно. Да тем более, я сейчас, типа, на права от военкомата учусь, типа, ну, ДСАФ, на грузовой автомобиль, там, ну, плюс еще крановщика образование дополнительное получаю. Вот, и, в принципе, ну, мне будет невыгодно, если я в армию не пойду, потому что мне, во-первых, могут эти корки крановщика не отдать, и я полгода, получается, зря учился, и, в принципе, права тоже могут не дать, если я сейчас буду косить. Так что, поэтому я думаю, бля, пизду, лучше гоняю в армию, и тем более, ну, я там отслужу год, мне будет даже вот год работы крановщика засчитываться, потому что я уже пойду туда крановщиком, типа, работать, а не обычным рядовым. Питкин Александр, еще раз. Так что же в армячку? Стой. А рыбка есть у кого? Питки, блядь, самодон. Сейчас поставлю. Как рассказывал, как рэп читал, блядь. Че, или Санди, или тебе давать? Эпичный ролл у вас. Санди. Вот рыбу сверху кушайте. Питки не уступает. На одну единицу. Обратно. Мне уже сказали, где служить были. Буду, короче, сказать, что под Питером в Лугу меня отправят. Так, в общем. Можно перестабав выбрать дух стаи. Наренж, Пыщ Бабах, Квадера Педра, Козырь, Войт, потом Крюгер, ты тоже пойдешь. Я же демон. И. А, я понял, ладно, тогда маги вы тоже пойдете. Лапу басу. 3 ШП, 3 мага, потом 7 хант и сову. Возьмем васап, ты пойдешь 8 и пал 9. Все. Ну как, Black Zombie, не очкуешь? Нормально все? Да тут нормально пока. А, еще вторая сала тоже пойдешь на рейндж. Да служить-то по факту год вообще по хуйне. Так, давайте чек на баф на готовность. Агенту дайте. Дайте кулак магам. Это Алпич, 3-4 пати всегда щитуй. Они на рейндж всегда идут. Все. Чек, так, чек, я чек. Все. Фу, блин, что я несу. Давайте, погнали. Угу. Ира КД. Минуту. И хер на нее. Просто. Бьем. КД. КД. Две минуты. В смысле КД? У меня нету КД. Дай один рост танк, пожалуйста. Не кидай, не кидай. Мы ее потом дадим. Блядь. ДДшники, вы там тоже немножко оттягивайтесь. Делите как-то место. Садли баблом можешь снять. Так, ШПшка, бегите, там маги. Самогон залей Анкуману, ханта хильте, ханта хильте. Бесмолда хильте, бесмолда хильте. Бесмолда хильте, поднимите ханта, Даксон, подними ханта. Пал забирай. Пыщ бабаха, поднимите, Даксон. А, блин. Бесмолд, поднимите пыщ бабаха. Ну давай. Хильте ханта, хильте, иди на рейн снова. Даксона хильте, Даксона. Шаман, хиль себя, на тебе чума. Сзади фридом плохая в квадре. Забыл сказать, чтоб гера дали, но ладно.
Но вот забираем. Пал, забирай, залезаем на дефильте. Жму стоп, не ДПС. Кто? Стоп, не говорю, ДПС, хочу быть первый. Сколько у меня? 18. А, мало. Давай, забирай, попал. Блин, котом так прикольно играть на самом деле. Хотя ДК танчит, ДК дотанчивает ломба. Большого заберите. Не надо дотанчивать этого босса. 5-6 стаков, разбегитесь пока. Отбегите, отбегите, отбегите. Уже так дота добили. Походу меня не было слышно, да, слово отбегите? Ну было, типа, но я думал, успеем добить. Понял, ладно. Поднимайте павших. Жезл на мейн. Ламорт сдох, но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Маги, лечи, лечи, лечи. Брошечку вешу. Так, кореш, мотку забирал какую-то? Нет, токен только. Падает говнище какой-то. Слышишь, Ира, вот это кольцо за 10% можешь забрать, оно более-менее на ретрик. На мейн надо кому-то кольцо это? За сотню не бери, за 100% оно не стоит того. Задувал на мейн? Ну и у меня как бы... Я бы на кота ее мог одеть. Ой, на кота. Ну, не, на кота это тоже херня. Не, не, на мишку мог бы одеть. Ну, на медведя хз. На мишку есть, то нормально. Мишки там много, мастерства надо. За 10% отдайте, потому что, блин, оно более-менее на ретрика идет, а на остальные классы такое. Ну, мне как бы все равно. Я уже получил там две шмотки типа, на офспе. Складу, да. Секунду, сейчас приду, 30 секунд. Если кольчужный поезд, это как его, упадет, можно буду рулить? Ну да. Давайте бегите сюда, фулбаф тоже не давайте, давайте им кто подал. Короче, восполнять свою ману. Для, блядь, танк, блядь, спрашивает. Мы Лану убили, ты ж танчил ее. Лол, блядь. Этот. Задувал, надо идти. Лапу, да. Извините. Кому надо идти? Задувал, РТВ. Ну, ладно, начистите ему тогда и поэтом. Сколько-то будет. Там, сейчас молодец. Бог простит. Без трех бомб. 1600, что ли? 1000. Наверное, 1600. Ну, удачи всем, пока. Заменить кого-то? Пока. А, у тебя другие хилы есть? РДУ. Есть. Есть? Заходи. А, подожди, он КД уже, я им заходил. Кто есть? Ну, шаман. Я шаманом хотел. Ну, давай шаманом. Все тут. Да, сейчас. Ребята, а когда 10% начисляется, а когда 100%? На 30 секунд отбегу, чайника поставлю, хорошо? 100%, когда на мейн ролит больше одного человека. Шкаф, 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 шкаф. А так сколько процентов, если шкаф, один шкаф. Человек? Если один человек, 50, если на мейн. Это как, Ирочек, оставайся. Ну, сиди на холе поле. 10%, а 10%? Когда на офспек ролится и по ролу. Отдается, блин, по ролу и за 10%. Машенька, не прыгай. Капите. Хорошо, как ручка, если хочешь, можешь зайти за друга. Но это потом давай. Нигде можно посмотреть вот этого всего. Счастье.
цены. Узнать, сколько... Цены где можно посмотреть? Ну, аддон, да. ЕПГП есть у тебя? Шамана бафы дайте, каску, каску. Там уже все просто. Каску P5, 300 бафло. Ну, да. Что тебя интересует, какие цены? Цены на... Ты прерываешь. Посмотрю. На все, короче. Когда... Аж какая шмотка сколько стоит? Аж сейчас напишу. Дайте баф по друидам. Шаману тоже дайте. Каску еще шаману дайте. Ну в группе посмотришь там. ВКонтакте. Я как огурчик, я читаю, я все вижу. Может быть и в 3 хила там похилим. Все, давайте чек на баф на готовность, мы что-то туда стоим. Зомби, каску бафните шаману еще. Уже бафнули. Две скорые баф. К шаманам сносите одну миллизону. Так, Сэдли, Лэгзомби. Лэгзомби. Секунду. Шаман, центр воткните, пожалуйста, шаман. Так, я еще что танчу. У нас Лэгзомби читов, кажется, все, погнали. Оплодайте сейчас. Может рост все равно подышится. Да, да, давайте Геру. Одну спору в миллизону, Александр. Или кто-нибудь из вас. Одну спору в миллизону, алло. Все, вижу, стоит. А 9 так заберешь потом. О! Красиво вышел. Так, одну спору миллизон опять. Кто-нибудь. Кто-нибудь. ШП, давай. Миллизона. Сегодня, короче, едем на автодром на учебной машине на Урале, на площадку. Нас, короче, военная инспекция останавливает. И, короче, доебались до нас то, что у нас номера, короче, они на те болтики прикручены. У нас стоят белые болтики, короче, над черный. И, короче, на час нас задержали. И инструктору, короче, штраф выписали, там протокол составляли, хуйкол. Смысл в том, то, что, короче, ну, он так как военный автоинспектор, ему обычные машины нельзя останавливать. Вот, ему, походу, делать нехуй было, вот он нас, короче, час и мутузит. Пиздец, пятихатку за то, что просто номера прикручены на белые болтики, а не на черный. Кайф. Че, не удивляйтесь там дальше. Ты говоришь? Не, я имею в виду со спорами, не сбегайтесь. Ой, этот беги. Ой, да похуй, он же тащит, ты че? Уже мана заканчивается. Давайте уже добивайте.
чё бьёте? Мне... Ой, тут попал. Пожалуйста, что с пушки выпали? Тебе? Что она упала? Чё, тебе сами боты нужны? Угу. У меня на друиде их двое. Рольте штаны. Одни на эрдру, нормально. А другие на сову. Слышно. И оба, короче, ботинок волчат и забрал. Шкуру сдерите. Десять процентов шею рольте. Чё, у вас там фул? Да. Нормально. А могу тебе место минус освободить, смотря что предложишь? Это прозвучало так неприлично. Или не просто... Там лишь бы... Или... Да, я так мало ли, вдруг место есть, вдруг смогу ворваться на этот прилив. Или Теренос. Я прилив распылила. Я не мечтал. Смотрели видос, как Серсея... Смотрели видос, как Серсея прилив распылила? Ага. Да. Бибой, кто это такой? Кто смотрит профи? На самом деле ничего необычного. Это кральку надо звонить. Так, ребят, цены они автоматически в этом аддоне установлены, да? Да. Пикните, ну. Алло. Чё? Чё, меня опять не слышно, что ли? Слышно. Цены на шмотки, говорю, Да. Автоматически в аддоне уже. Ну, просто... типа, да. Это, Локи, поставьте шкаф, сейчас дрыгать за самоним. Нет, спасибо. Шкаф. 10 секунд, когда ждите, там же никто не захотел тыкнуть, блядь, все съебались, красавцы. Я тыкнул. А что, там много народу на прилив и Терена срывается, что вы так реагируете? Я вообще ни на что не рываюсь. Сколько у тебя ПР? Дядя, был бы у меня аддон ЕПГП, ну, в общем, так, сейчас. Ну, попросил кого-то калькулятор. За 100 голд, чтобы посмотрели. Да, у меня есть калькулятор. Так, давай, восполни ману, ту голуби. Хотя, ты ее восполнишь на босе. Давай, чек на башенную готовность. Может, эти что не сливаем, а оставляем их на слизни. И это не на первого зеленого, это когда вылезет все два слизняка. 56. Кралька, что тебе не хватает, квадропедер, ты где? Ну, ГЦ заберешь прилив. 389 умножить на 2 штаны стоит. Квадропедер. Сколько? 389 умножить на 2. Сейчас, секунду. Калк, бафы 7, теперь МП5. У нас холипал нету, так что ты бафаешь. Плюс ласточку РПД, пожалуйста. Ваша цена. Квадропедрия, блин. Давай, бафай там МП5. Я подожду. Все. Почти с каждого. Так, давайте чек. Слушай, а вы можете мне будете говорить, куда тащить его там, вправо, влево? Так, все готовы. Сейчас этого босса будешь потихоньку нести к зеленому, да, ждем? Да. Ну, поведешь его. Все, все для перекуплен, напоминаю, бурсты не сливаем. Бьем спокойно. Не знаю, Питкин. Не знаю. Личные новости, народ. И потихонечку его веди. Пальпочки, дай квесточку на меня не стесняйся. Потихонечку, не спеша. Мы никуда не торопимся.
Ну-ка, я надамажу больше, чем ты. Да, это уже как замедленный темп, уже ускори его, пожалуйста. Давай, не стесняйся, веди. Ой, поставь-то на себе метку. Сейчас бьем зеленого, стоп дамаг по боссу. РДшники, соло. Бьем. Зеленого бьем. Бьем. Давайте сбегаемся. Добивайте его. И переводим босса. Зеленые бьют с меткой, красные бьют. Вот сейчас сливай свои бурсты. Че ты? Давайте бьем. Так, а дальше вы куда, вправо, влево ввести? Зеленого? Ой, этого... Профа. А пока мы... Первый выйдет красный слизень. Давайте сбегаемся, зеленого. Дальше сбегаемся. Маг, не блинкуйся только. Добивайте зеленого. Повезло. Все, давайте бьем босса. Пельмени не ловим. Сейчас они появятся. Сейчас облако вылезет, так что пока что его туда не видит. Стой. Сейчас скоро колбы будут. Да, можешь его как-то повезти. Где это облако, что долго? Вот оно вылез, да, РДшники, готовьтесь бить, пельмени не ловим. РДшники бейте, Мелизонова веди потихоньку. Ты потихоньку веди его к зеленому. Бэк зомби. Пельмени не ловим. Сейчас колбы будут милики, колбы не ловите. Одна секунда. Сон, можешь к ральке залить ману. Иди его потихоньку к зеленому. Бьем сейчас все зеленого. Зеленого бьем. Давайте отходим. Ближе к звездочке становимся. Черепочек. Давайте. Веди под стол, босс. Да, веди его пока под стол. Бля, я должен этого графа починить. Съебал, так стоять, нихуя не делать. Иди под стол, слышишь? Дальше убейте облако. Блядь, пельмени! Ловите. Бейте облако, РДшники. Сейчас колбы будут видеть, их колбы не ловите. Сейчас стопаем дамаг, стопайте его. Же, блядь, добивайте 0.5%. Давайте бейте, добейте. На 36% сказал стоп. Еще раз давай. Подожди, я сейчас его цели выберу, тогда даже. Я замедляю облако. Облако за Геру. Давай. Геру. Все, молодец. К зеленому там сбегайтесь. Рассасывайтесь сюда, опять сбегайтесь там. Добивайте зеленого сейчас там. Добивки придем, да, добить. Пельмени не ловим сейчас. Сейчас они вылезят. Вот, не ловите их. Сколбы тоже милики. Веди. Один на три заберешь. Сам можешь поднять Актуговы. Не. Без дивана или как? Два стака уже. Да,
Забьем. Да я сейчас так могу сам потом станцию, да и все. 300. Забрал. Ну, бля, я старался. Бля, ну куда вы? Даже не забенка не помогла. Давайте, добивайте. Станците кто-нибудь его так. Покайтесь его. Дай побилку вернуться, что ходите. ДК, ну не ты. Все, молодцы. ГЦ, пацаны. Питкин, а у тебя лужа вкачана? Ты мне скажи, да не? Поднимите меня, пожалуйста. Хильте меня кто-то. Питкин, ну обычную печеньку. Подожди, ты с печеньками. Бойд, нахуй ты забрал себе колбу, людям вообще-то надо. Похильте, пожалуйста. Так, а где ты, Питкин? Я тебя не вижу. Спасибо. Меточку передали, я сдох. Сразу видно, я уважаемый. Я не хочу, но стой, Питкин, смотри. Вот, сейчас я тебя линкану. Вот вместо стой, нее. Назад беги и захиливай, я еще не забрал там только. Вместо нее. Вот, прокачаешь вот давай это. Давай хиль нон-стопом. Жмок, вот если ПС кидали бы мне, понял, а не да? Себе, я бы тебя передамажил. Все, давай, пока ты пышешься, мы тебя засуманим. А, тут все залито, да? Все, пошли на лича, отдам. Вот дамаг. Ну блин, я еще, короче, пельмень словил. Я так, я стоял, короче, около куклы, и там бах, у меня пельмень прилетел. Я такой, да смотрю, ебать. Да ну нахуй. Ладно, ты все равно нормально дамажил, но козырь все равно круче тебя. Согласен, да. Пикните. Так, Алпич, у тебя шипа есть? Да, да. Можешь спекаться. ДЦ лучше будет на личе. А, они хотят три хила похилить. Не будут бить валик, будем начислять ВП. Вот, чё ты ж... Валик, возможно, слить. В каких три хила? Два шамана и друида. Лучше ДЦ шамана и друида тогда стой. Кралька захилит. Она тем более меня попросила. Не будем же девушке отказывать. Давайте идите сюда. Этот джесс может что-то поставить? Исполняйте по ману. Покорите героический рольчик. Кто может... Потом вас не отвалился никто? Еще никто не отвалился. Черт. Гутербол, поди спалишь? Ребята, релок на модем это лог. Потому что PC завью лужу где-нибудь. Тогда поди спалишь. Зомби, кинь обмен. Лина, отвалился человек, заходи. Так. Так, метка треугольник и ровный кружочек, да, на вальках появляется? Это чисто памятка для меня. Все, тогда... Сэдли, ты будешь треугольник. А... Так, на алкоголе пока ладно, не будешь станить ничего. А, Калк, ты баф, ой, бафаешь, ты кидаешь ромбику в стан, и ретрия, ты кружочку будешь кидать. Кружочку? Кружочек. Кружочек, поняла. Все. Сколько, кто хилы? Ким, поменяешь меня? Кого поменять? Ну, с Варом. Вар хочет поменяться со мной местами, чтобы я ворвалась. А ты кем? Ретриком. У нас Вара не будет тогда внутри. Да. У нас блин, жалко. Так, ладно. А зачем вам бар, у вас код есть? Так, ребята, пожалуйста, одолжите мне несколько голды. У меня здесь голды нет, а мне починиться надо. Еще вопрос на засыпочку, прям на миллион. Кость синдера и урон остался. Спасибо. Вы очень признательны. А у меня точно он не остался. И по 4 утра. Спасибо. Все, давайте, чек на бафы на готовность. А, Black Zombie, точно. Нет.
Что тебя не забыл? Ты станчил у тебя или нет? Я уже не помню. Ну, с пугами в 10 гер танчил, да. Если что, ты его танчишь не вот так вот, а вот так будешь ближе к РД-зоне танчить. Потому что на тебе тоже может повеситься ловушка, и милики могут за нее сбежаться. На спиной КРД, получается, застоит? Да-да-да. Все, хорошо. На миликах ловушка. Поставил, снова назад отбежал. И снова поставил исходное положение, стал так, и танчишь. Только главное, не танчи его, как делал это один хороший ДК. Он его водил, и почему-то он его сюда повел, и здесь начал танчить. Не буду его ник озвучивать. Чтобы не смеялись. Все, давайте, чек на баф на готовность. Это был пятиразрядный ДК, я надеюсь. Это выше 10-го даже. Питкина нет с нами. Да тебе просто. А, точно, Питкина не суммонит. Я чуть его не забыл. По локам. Мы его присуммонили. Он еще там стоит. Сейчас он там спекс делает. Пусть вам два Митриуса упадет за то, что вы меня не берете. Алибарда, чтобы упал. Сука, вот специально нахуй сделаю так, чтобы прилива упала, чтобы ты не выебывалась. Я не выебываюсь. Тем, кому я сказал станы кидать, вы сначала кидаете стан, ждете, когда он закончится, и через 2 секунды вы только потом кидаете с Огневых Небес. Там, а не то, что... Там на вторых, вторых, четвертых, шестых назначь. Там кот есть, совы, рога есть. Тогда Алктулгалы, ты здесь? Кикай его! Все, ты, если что, будешь станет треугольничек. Да это на вторых вальках. Они будут спускаться, это будет на переходке. Ты на вторых, все, молодец. А, Тергоса, ты будешь станет кружочек. И кот Тирумбик. Потом станет всех. СС можешь повесить на кральку. Валик всех заливаем, абсолютно всех. Увижу, что кто-то зальет там одну вальку, потом переключится в лича, это будет ГП. Все, тут так можно зашли, да, сказать? Поставь там меточку на миликов на кого-нибудь, пожалуйста. А, сейчас что ты видишь? Видишь, девочка? Питкин, мини-зона на другой стороне. Да. А можно снять трусы с лока? Что, они тебя смущают? Мне нравится цвет. А? Блин, это звучало так прекрасно. Неоднозначно, да? Это была восхитительная фраза. Можно снять трусы с лока. Я... В этой фразе прекрасно все. Можно снять трусы с Лины. Ебать, пингу войдет. Все, бьем лича. Нет, там написали, порекомендуйте обратно в идеале, но... Так, идеале написал? Бля, у меня аддон забагался. У меня все забагалось. Сука, это хуёво. Пейте, пока я скажу. Кратко. Так, это зона. С чума было 3 секунды, готовьтесь. Чума на нас. Диспел. Диспел. Так, милики. Милики, бежим. Анком нехороший человек. Основная ловушка будет. РДД зона. Иди чуть-чуть подальше. Сейчас чума будет. Диспел. Диспел. Иди подальше, трэш. Попал. Так, РДД. Имею это танк, проводи немного босса. Не тяни, не тяни, не тяни. Все, стой, 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 стой.
Так, милики побежали, милики. Тоже немножко оттягивай. Все, бьем. Смол, беги. Диспел. Снова ловушка будет. Айл пич. РДД. РДД. 74%. Для переходка. Затопал на край, ловушка секунда. Давай, веди его там, Пал. ЕДК потихоньку сейчас готовится тоже в РДД зону. 1%, все побежали на край. Бежим на край, бежим. Чума секунда. Все бежим. Квадропеллеры, беги. Не диспель, вот теперь диспель, по рейду пойдет. Диспель, ты. Давайте его заливаем АУЕ. АУЕ заливаем. Где дух ты, ёбаный урод? Рассоситесь? Это рассоситесь, РДДшники, вы слишком близко стоите, рассоситесь. И вот этот самогон спой, сдалей крайки ману. Заливал ману своему шаманчику. Даксон, залей ты ману. Блэк зомби. А Неверин, залей Глиттерболу ману. Можете гимн дать, я тотем поставлю. У меня есть иннер, есть еще. Мощный. Кролик, это кто? Человек. Не, понятно. Она у нас в рейде или под каким-то другим? Не, она не в рейде. С этим персонажем. Давайте под босса. Духа тоже потихоньку. Ой, духа тоже потихоньку сливайте. Давайте под босса, сейчас метку на себя поставлю. То есть, стой, не веди его так. Давайте звездочку. Чуть назад отойди. Все, все бьем Валик, Жочек, бейте. Бейте, Валик. Уже 3 секунды. Сейчас осквернение будет 3 секунды. Верно, отлично. А тебе эти валят. Молодцы, давайте под босса, давайте верно. Поворачиваю. Как первая валька спустится, дадите. Ой, тьфу. Первая валька спустится, сразу разбегайтесь. Трона бежим, да? Ну конечно. Станы, если что, не забывайте там. Алку, бах, и... Блин, не могу туник, самогон, выбегай. Давайте валик бьем, станись, не забываем. Красавчик, да, самогон? Замену трусы, да. Трусы убейте. И ромбик там попытайтесь слить. Попытайтесь ромбик сейчас слить, бейте там ромбик сливать. Фастер голень бить, все, бейте там ромбик. Успели? Уже 7 секунд. Так, милики убежали. Милики, бежим. Рассасываемся. Все, давайте назад под босса. Подальше стой, чтобы тебя видно было. Паладин, за следующий. Прижимайся, так тебя не видно, звезду твою. Так, видно. Да, ладно. Бьем валик, бьем. Уже валик нужно слить. Трусы разбейте, умоляю. Пати, кружочек и ромбик надо слить. Трусы. Давайте еще там станы какие. Там ДК. Друид, ромбик, алло, дайте стан. Фу, блядь. Сосвернение, блядь, бежим. Падайте. Пиздец. Падайте, заходите в ложку. Бля, я так вырывался, сука. Сейчас я релок сделаю, у меня давно забавились. Кто там так красиво разбил? Алкугалы. Кто? Алкугалы. А, какого хера Рэтлик делал, блядь, под вальками? Да, это девушка. Ну, делала. Это вроде парень. Да, наверное, она их била. Нет? Ну, нелогично, да, наверное? Нелогично находиться Милику под вальками, да? Ну да, действительно, зачем Милику бить валик, зачем ему находиться под вальками? Ты прекрасно понимаешь, о чем я? Нет. Мизантроп, а сам же позапрошлом рейде такой же хуйней страдал.
Кто? Ты разливал. Я миликом не играю вообще-то последнюю неделю. Ты РДДшником разливал. Под валями? Ты меня, наверное, с кем-то путаешь. Васап, ну и что тут надо? Хил или танк лучше? Да откуда? Сюда, что ли? Зачем здесь еще один хил? Ну да, действительно. Если бы мы упали сейчас не от низа хила, то я еще понимаю. Упали, потому что танк упал. Так бы никто не упал, блядь. Да лужу разлили. Да какая лужа? Вы обкуренные, что ли? Танк упал и убило 5 человек. Какая лужа, блядь? Потом только лужа разлилась. Ну танк, ой, фу, танк. Сэдли мог бы забирать и потом бы резнули бы ДК. Кстати, доп. ИП не от вайбов вычисляется, а от того, сколько мы находимся в этом инсте. Вот сколько мы сейчас находимся в этом инсте? Я, кстати, не читал. Час. Час 40. Вот значит, у нас еще есть 20 минут, чтобы пройти на доп. ИП. 2 часа 3 минуты, так что. Никакого доп. ИП. А для кого-то самолет? Давайте подумаем. Black Zombie заменить и ДД какого-то нормального там взять, но желающий есть. Да, лучше просто одного шамана спекнуть в этого ДД, а ДЦ вместо него сделать будет гораздо профитнее. Я могу ДД спекнуть с Black Zombie. Ну, у меня есть ДД спек. Так, а танка, ты у нас прожимался, когда было это... Как она называется, забыл. Отбор. Слышишь, перенеси меня с Актулгалы ниже канала, мне сейчас я объясню. Так, блядь, сами себя закиньте уже. Ну блин. Я и закинь. Если не вниз. Любого ничего. Он меня автоатач 30-45 вот так вот. Да, то есть с плюшки пол хп улетает сразу. Сейчас я сделаю релок. Я тебе сейчас кое-что Да, ставь. Сейчас я релок сделаю, бафы тоже не забывайте давать. Ты дефы какие-то отдавал? Ну, ну конечно. Ты заряд повышал? Ты незыблемость и трини все прожимал. И кровь. А ты когда их прожимал? Это просто хилы не захилили тебя. Ну да, Гутербол. Но сейчас еще глянем, может ну, он не прожил. Ну, у тебя маленький пока что. Так. 6к танком не ходит в 3 хила, если чё. В 3 хила нормально, я говорю, идти, если это ДЦ, РШАМ и РДРУ. Это тогда прикольно получается. Когда у вас нет поглощения, ну или чтобы кто-то с Теренасом был. Чё там у вас? Так а ДЦ чем поможет танка хилить? Ну я тоже этого не понимаю. Тем более у нас один одного шамана только забирал, а второй шаман что делал? Чего я хилю? Кто там у нас? Ретери, давай иди сюда. Короче, сразу говорю, три хила тут не вариант, просто мы упадем. Подождите, меня не запускайте, я чинилась. Потому что когда есть ДЦ, меньше урона по рейду проходит. Шанан, перекинь её обратно на канал, пожалуйста. На танка, а не рейду. Ух, ладно. Алпиш, спекайся уже в этого ДЦ. Мне уже водится за твоими хилами, мозги сейчас вынесет. Спекайся в ДЦ. У вас, да, вон Косар правильно пишет, у вас РШАМ для тела. Там хилил вам, бля, полтора человека. Да, да. Я говорю, откройте детали смерти, посмотрите по ДК. Ну, там вообще от хила почти не шло. Ну что, один РШАМ его хилит, а второй нет. Напомните, чтобы через 3 каста было. Ну, у вас там на реча уже фул. Давай, исполняй свою ману. У вас фул. Давайте пока чек на баф на готовность. 4 кило тогда пойдем. У меня также тонкий, да, остались в блокзомби? Угу. А. Чуть перед тебя не забыл сейчас. Питкин, ты здесь?